из наших детей будет продолжать свою учебу, а кто-то пойдет в школу впервые. Мы должны помолиться за детей, чтобы этот учебный год был для них благословением. Конечно, мы не должны забывать также наших учителей, потому что для них этот учебный год является чем-то гораздо более трудным, чем для учеников. Также мы не должны забывать в молитвах и студентов, и семинаристов. И, будучи христианами евангелического лютеранского исповедания, мы также можем помнить и о том, что в нашей стране первая школа была создана именно при лютеранской церкви. И это случилось вскоре после основания Санкт-Петербурга, возле летнего сада в частном доме стали давать первые уроки детям. И, в принципе, первые школы были созданы именно лютеранами в нашей стране, так что для нас это тоже особое событие. Так что дети и все ученики, осознающие себя таковыми, приглашаются к алтарю для благословения. Господь да пребудет с вами. И с вами. Помолимся. Наш милосердный Небесный Отец, молимся Тебе за всех детей, мальчиков и девочек, которые завтра пойдут в школу, чтобы учиться, и за всех взрослых, которые будут их учить. Даруй по милости Твоей, чтобы в школах учили тому, что истинно. Наполни наших детей любовью к учебе и желанием развивать их способности для того, чтобы служить Тебе. Защити их от всего, что может повредить их нравственному и духовному развитию. Дай учителям мудрость и Твой страх, чтобы всегда помнили об их ответственности за детей. Просим Тебя и за студентов, чтобы и для них наступающий учебный год стал годом успешной учебы и работы. Прибудь с нами и услышь нас. Молимся Тебе во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Благословит вас всемогущий Бог, и да поможет Он вам возрастать в благодати и познании Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь. Идите с миром.